Система принятия врачебных решений на основе доказательной медицины. В чем же суть нового программного обеспечения, которое с 2018-го начнут внедрять во всех медучреждениях Югры? Если коротко и простыми словами, это электронный ресурс, который призван помочь докторам поставить верный диагноз. Все доктора на сегодняшний день трудятся в едином ключе с наукой, с развитием не только технологий, но и осознанием необходимости анализировать свой труд, свои осложнения, ошибки. Программой давно и успешно пользуются в США, Германии и Великобритании. Помогать внедрять систему принятия врачебных решений в Югре будут медики из Финляндии. Именно они и создали ALGOM. Так называется электронная энциклопедия. Вот я как врач, который использует эту систему в Финляндии, могу сказать, иногда получаю сюрпризы. Потому что у меня уже 20-летний опыт стажа, я вроде знаю, что как все лечится. Но иногда посмотришь, думаешь, надо же, изменилось, и даже проще стало лечить пациентов. То есть вот таким образом. Врач будет забивать какое-то поисковое слово и искать помощи в этой системе. ALGOM уже содержит больше 8000 материалов по различным направлениям медицины. В ней есть не только тексты, но и фото, и видео, и аудиоматериалы. В этом году программу апробировали в 30 медучреждениях региона 1500 специалистов. Отзывы только положительные. В следующем году по итогам апробации системы принятия решений в пилотных поликлиниках Департаменту здравоохранения необходимо обеспечить ее тиражирование во всех учреждениях здравоохранения. Особенно отмечают врачи, ALGOM будет полезен для начинающих специалистов. Ресурс поможет оперативно найти дополнительную информацию по болезни. В системе содержатся различные электрокардиограммы. То есть можно зайти, посмотреть, там инфаркт миокарда, как выглядит. Да? Особенно для молодых докторов, которые только начинают свой профессиональный путь. Система оснащена аудиопрезентациями, например, шумы сердца. Результат внедрения ALGOM, по идее, будет заключаться в том, что повысится точность постановки диагноза, и лечение пациентам будет назначаться только то, что точно поможет. Дарья Давыдова, Сургут Интерновости, при поддержке ОТРК Югра.